теперь компайл, тест, ну, в общем, тестирование, да. Вот эти кнопки 4, видите? Кнопка вот эта сохраняет проект. А вот эта кнопка Verify Solution. На самом деле тут компилятор, он как бы два прохода делает. Значит, первый проход там, не важно, что делает в каждом проходе, но вот это первый проход компилятора, это второй проход компилятора, это симуляция. Но, смотрите, как работают. Эта кнопка только сохраняет, эта кнопка сохраняет и делает первый проход компилятора, эта кнопка сохраняет, делает первый проход и второй проход компилятора, а эта кнопка делает все это и запускает симулятор, поэтому достаточно одной кнопки. Теперь нас спрашивают, под какой BIOS будем. Ну, давайте под 6.20. Буснем. Опа. И ошибки. Error пишут. Pin not connected without... А, да. Я создавал там наши блоки. Это, видимо, идет речь о блоке в ST. В ST мы не можем, по-моему, задать значение по умолчанию. Да. Ну вот. Ну, не знаю, кстати, почему. Хотя я ожидал, что перескочит. Вот. Ну вот. Да, может быть, я просто криво нажал. Ну, в общем, смотрите, блоки, которые, да, не имеют значения по умолчанию, так просто вот не могут висеть. Это вывешенные такие вот в воздух переменные, как-то так. Так, соответственно, нажимаем кнопка. Так. Кстати, если мы из-под стратегии симуляцию запускаем, то тут у нас есть вопрос, могут задать, активный проект или только эту страничку. Ну, мы активный проект, конечно. Проект. Ох. Так, выбираем контроллер, тип контроллера. Ну, тип контроллера, ну, типа размера нас... дают выбрать для того, чтобы показать нам нужное количество датчиков там и так далее. Ну, я возьму маленький, выберу. Так, ОК. Вот она, ненастроенный симулятор. Соответственно, могу показать себе View. Симулятор, значит, аналоговые входы. Вот и здесь по количеству в соответствии с выбранным типа размером контроллеров. Могу крутить там, да. Так, дальше View, симулятор, там, Digital Input. Ну вот, соответственно, тоже могу включать, выключать. View, симулятор, Digital Output. Могу вот так. У меня место совсем... Видите, я не буду здесь как... Там аналогового выхода и так далее. Намного даже интереснее вот этот Simulate. Не знаю, почему в другом меню. Не здесь, а в другом меню. New Watch Window. Это вот табличка, в которой могу любую переменную себе выдернуть из таблицы или прямо с листа и здесь показать ее значение. Ну вот, чтобы таблица переменными в симуляторе была видна, view simulator, вот variable list. Соответственно, сейчас мы ее сюда перетащим, настроим. Это в каждом проекте настраивается отдельно. То есть, если бы я открыл какой-то свой старый проект, где уже все поля настроены, она бы открылась в том виде, который он последний раз бросил. А вот поэтому, если мы сейчас вот настроим, да, внешний вид симулятора, то он таким будет оставаться, пока мы снова не поменяем. То есть это не значит, что каждый раз, когда запустить симулятор, я буду снова натаскивать сюда эти панели. Нет, это все, Workspace сохранится, все хорошо. Новый проект опять, если я сделаю new project, я не возьму старый проект, коперну, да, и в нем начну работать. Вот если я коперну проект и начну его менять, то в нем унаследуется от этого проекта Workspace. А если я сделал project, new, там, тогда вот снова придется настраивать. Ну вот. А, значит, смотрите, что можем. Вот я, помните, здесь unit status, да? Вот сюда, watch, оп. Так, ну все. В принципе, примерно настроил. Значит, что такое, значит, вот эта dev кнопка, например. Это кнопка загрузить dev файл, как в контроллер WinLoader выглядит. Загрузили. Стартуем. Вот видите, 20 градусов уже есть, потому что загрузил dev файл. Теперь остановлю, смотрите. Если я очищу T-память, нажму кнопку очистить T-память, но не загружу dev, у меня здесь, видите, 0. Все нормально. Это все равно, что не загрузил dev. Видите, 0.1, значит, кручу датчик. Вот он, датчик. Все прибавляет, все хорошо. Вот видите, состояние выключено. Выключено. Я специально себе здесь watch показал себе. Видите, 1. Включено. 2. Тревога. Так могу любую переменную сюда показать себе. Ну, дальше. Если вот это, значит, ну, придется мне, к сожалению,
пожертвовать, так сказать, визуализацией крупной. Значит, ну да, я ни к чему не привязал стратегии, но вы это сами сделаете. Смотрите, вот здесь у меня вся видна стратегия, да? Я могу включить, и вот видите, все в реальном времени вижу все значения переменных, которые есть там в какой-то. Видите, счетчик мой, помните, который откатывает меня? Вот он идет, досчитал, уже здесь единичка появилась, уже все сработало. Go to MM, единица, все замечательно. Solution Explorer View, Solution Explorer. Ну, понимаете, я просто из-под стратегии запустил симулятор, поэтому она видна по умолчанию. Потому что если бы я, но так, я на самом деле, ничто не мешает мне сделать View, так, Solution Explorer, сейчас мы это свернем, и выберу здесь Workspace, вот они, маски там мои. Ну, маски здесь бесполезно показывать, потому что, собственно, она и так показывает. А вот страничку я, например, здесь вот inputs, пожалуйста, вот она, inputs. Вот. Все работает. Вот здесь у меня вот температура там, минус 30, да. Второй вход могу покрутить, видите. Вот она, пошло преобразование. Вот она у меня на входе 72, а на выходе, видите, минус 20, 28. Потому что все по координатам преобразовывает, все корректно работает. Все замечательно. Уставка, соответственно, Test Point, да, сейчас для удобства, Test Point, вот Test Point, оп, вот так вот, 18. Ну, на самом деле, я же неспроста здесь вот сделал вот эту вот переменную, go to mm, да, ой, sorry, где там у меня main page, это... Вот. У меня здесь, видите, вот как раз перемена заготовлена для того, чтобы без нажимания кнопки физического я переходил на другую маску. Все сделаю. Картинку видели, убедились, что все это в принципе работает. Ну вот, давайте останавливать симулятор. А, я его уже остановил. Значит, идем обратно. А, мы же не в стратегии, мы же здесь.